Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. Пришла футболочка женская. Жена заказала. Так, шла она. Что-то я. Ага, 28 дней шла посылочка. Если смотреть с момента отправления, ну так-то может дней 30 шла. Сегодня я забрал. Давайте мы посмотрим. Так, стоимость. А хрен знает, стоимость я не знаю. Ссылку я, как всегда, оставлю в описании. Посмотрите. По отзывам футболка была неплохая. Жена смотрела там на каких-то сайтах. Ну и сайтах, этих группах ВКонтакте там. Ну, короче, нашла эту футболку. Мы ее заказали. Футболочка с принтом каким-то. Даже не знаю, что там за принт и что мы заказывали. Вскрываем. В сторону. Извините. Так. На ней нарисован лесопед. Старый лесопед. То есть она получается. Как она называется? Я даже не знаю. Ну, футболка по мне. Для мужиков все футболки как футболки. А женские футболки не всегда футболки. Такая вот футболка. Не пахнет вообще ничем, как будто новая вещь, как будто купил, вот сходил в магазин. Никаких китайских запахов. Прошито прилично. Прилично прошито. Ну, это все фигня на самом деле. Ну да, вот есть какой-то неаккуратные швы, но это внутренние швы. В принципе, неплохая футболка, на ощупь тоже неплохая. Это как по мне. Сейчас я вам скажу женское мнение по поводу этой футболки. Так, ну вроде вообще классная футболка. Сейчас я вернусь. Семейный совет. Так, футболка, кстати, что-то типа розового. Не знаю, как будет на камере смотреться. Может, и будет видно, что она розовая. Так что я сейчас вернусь. Подождите. Я вернулся. Так. А, майка неплохая, по размеру подошло, все нормально. Единственный минус только в том, что цвет должен быть коралловый, а он такой более розовый, что ли. Более розовый. Так. Ну что еще? Да. Так, в принципе, классная майка. То есть, если кто будет заказывать, в принципе, можете заказывать. Вполне неплохое качество, не пахнет. На ощупь довольно-таки приятно. Принт. Но я думаю, что он не облезет. Я думаю, что не облезет. Так что фирма Jin Qulong какой-то. Так что вполне заказывайтесь. Заказывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.